Ребята, приветствую всех. Залетел недавно, буквально пару дней назад, в такой проект под названием Punks называется. Проект, в принципе, немного нашумевший, как бы, ну, некоторые о нем говорят, и предвещается сейчас у него airdrop раздача. Что хочу сказать, в проекте надо также тапать, ну, как типа ноткоинов вспомнить. Но самое главное, что я вот сейчас за пару, ну, сколько, дня 4, наверное, здесь нахожусь в этом проекте. В принципе, я наманил 89 648, ну, 89 тысяч этих панков. Друзей я вам сейчас покажу. У меня друзей тут немного, всего 3 друга. Сами видите, что это реально натапать. В принципе, я сюда захожу не так часто. И так время есть свободно. Ну, захожу, потапаю, потапаю. В чем смысл? Так, смотрите, airdrop должен быть скоро. Здесь выставлен таймер. Через 9 дней будет airdrop. На официальном канале, сейчас я вам покажу. Так, заходим на их неофициальный канал. Так, вот их панк. Получается, канал создан сам 15 июля. В принципе, проект вышел недавно, но при этом он уже выходит на листинг. Что они нам тут выражают? Сам проект был 15-25-07 июля. Пресейл у него был. Токен листинг. Листинг токена у нас получается выходит 2 августа. На площадки Bybit, BingX и, по-моему, еще Binance, по-моему, сколько я помню. Надо еще раз посмотреть. И сам airdrop, у нас сама раздача дропа будет 8 августа. То бишь нам токены будут раздавать 8 августа. При том, что листинг будет 2 августа. Сколько эта монета зайдет и как она стрельнет, непонятно. Но, тем не менее, какая-то монета, какие-то копейки мы можем получить. И, во всяком случае, можем получить еще и неплохо. Учитывая то, что сейчас залистился пиксель, и у него был, получается, монета стоит дороже, чем у ноткоина, причем это было даже при листинге. Даже это можно посмотреть. Сейчас я вам покажу то, что мы смотрели. Так, где-то у нас по крипте, даже по монете, если мы сейчас посмотрим. У нас нот сейчас торгуется по 0.1389, а сам пиксель торгуется по 0,3 цента, 0,8, дороже. И причем при листинге он был намного дороже, чем у нас выстрелил нот. Даже вот посмотрим. Как можете видеть, ценовая категория была, причем он хорошая. Он доходил, даже у него ценник был до 0,08, 0,9, 0,9 даже доходил. Видите, как можно посмотреть. И это довольно неплохо, я вам скажу. Так что я думаю, стоит залететь в этот проект. В принципе, проект ничего от нас не требует, ничего сложного в нем нет. Заходите, даже не зовя друзей, можете натапать здесь какие-то пару сотен. Пару сотен, может, что-то нам и дадут. Причем неплохо. Давайте сам проект быстро прогоню вам. Слева папка Friends. Ну, тут вы можете приглашать своих друзей по ссылке. Потом Earn, есть папка. Здесь, кстати, заходите сразу, выполняйте задания. Вот здесь, ну, переходы, как всегда, подписка, отписка. Там Twitter, Нишмиттер, вот это все перейдете, получите по 1000 панков сразу. Здесь должен быть еще одна была программа, ну, она у вас, скорее всего, появится. Там сразу дают 20 тысяч панков. Я их получил, и они у меня как бы есть. Просто тут я их здесь не вижу. Вот здесь, кстати, может, внизу. Вот здесь еще, кстати, есть, появились новые задания, заходим, их тоже выполняем. Home — это у нас возвращение, получается, на главный экран. Так, лиги — это мы можем посмотреть, в какой мы лиге, но тут видеть, как можем видеть сун, как бы ожидание, ждите, пока ничего не понятно, ждем, чего ждем, непонятно. Следующая папка у нас идет Outbreaks, Upgrades, тоже на ожидании находится. Тут, как понимаю, надо будет что-то совершенствовать, модернизировать, но сам проект, как я думаю, будет продолжать свое действие, но при этом он нам выдаст airdrop и будет что-то дальше происходить. Здесь я сверху ничего не нажимается. Здесь у нас получается аккаунт наш. То бишь зашли, вот аккаунт, как бы все есть. Так, по подключению кошелька. Сейчас я посмотрю. Подключение кошелька, по-моему, кошелек мы, по-моему, еще не подключал. Так, по бустам здесь ничего у нас нет. Так, блин, опять вышел. Сейчас, минуту. Так, дальше. По кошельку, по-моему, здесь нет. Где-то я его... Или, подождите, или кошелек, пока мы не подключали.
В ожидании, короче. Ну ладно, будем ждать. В общем, смотрите, есть интерес, залетайте в проект. Проект, в принципе, неплохой. Ничего особого здесь такого делать не надо. Зашли, потапали, время есть, сделали. У меня знакомый ставит, как они, автокликеры. Но автокликер надо настраивать там в определенной последовательности. Я этим не занимаюсь. Но он общался на каналах, как бы допускаются кликеры ставить. Возможно, если хотите, можете поставить, намайнить, может, что-то у вас и получится. В принципе, неплохо. А так, остальные проекты есть у меня в Телеграме, залетайте туда, потому что в Ютубе я не особо часто все выкладываю. В телеге прилетает быстрее. Также всякие коды, промкоды и прочую суету навожу все там. В общем, залетайте туда, в Телеграме, ссылку оставлю в описании, на проект тоже ссылочка будет в описании. Есть интерес, заходите, майните этот токен, Панкос, и будет вам, как говорится, счастье. Ну, а если не будет, дай бог с ним, ничего страшного, своих вложений здесь никаких. Все, всем здоровья, всем пока.